Город светится тысячами огней, ночная жизнь в Алма-Ате кипит, а мы с приятным собеседником продолжаем рассуждать о важности сегодняшнего дня, в частности, для создателей кино. И действительно, у меня в гостях известный кинорежиссер Сергей Азимов. Здравствуйте, Сергей Жумабаевич. Здравствуйте. Несмотря на то, что вот погода продолжает нас испытывать, да, Сергей Азимович, тем не менее, 9 июня 2019 года, он называется уже, его можно назвать историческим днем для Казахстана. Как думаете, может ли об этом дне быть снят фильм? Ну, знаете, съемки фильма, они требуют прежде всего своего осмысления, и реагировать на это оперативно, наверное, не стоит. Вот. Но тем не менее, вот какие были бы персонажи, какая была бы сюжетная линия? Вы знаете, есть такой сюжетный ход, как путешествие во времени. Я бы снял этот фильм через 5 лет. Оправдаются ли наши ожидания? Потому что эти выборы я бы лично охарактеризовал как выборы огромного ожидания народа. Это некий аванс всем нам, который нам дает очень непростая политическая ситуация, которая происходит в мире. За эти 30 лет правления в Казахстане, в общем-то, была в целом стабильная обстановка. Но не надо путать стабильность с застоем. И обновление в этом смысле крайне назрело и необходимо. Вот сегодня, придя на избирательный участок, Сергей Жумабаевич, вот вы понимали всю важность этого исторического момента? Вы знаете, я, будучи документалистом, не привык говорить пафосно. Для меня выбор – это прежде всего процветание и благосостояние и душевная, внутренняя свобода моего народа. Я не делю. Это казахстанский народ, и я уверен, что жители и граждане нашей страны, они выстрадали истинную демократию. И когда говорят о том, что мы не готовы к общеевропейским стандартам, я с этим не согласен. Я так боюсь вас застудить, Сергей Жумабаевич, что можно задам следующий вопрос? Вот вообще в предвыборных платформах, в предвыборных программах, как правило, присутствуют такие направления, как политика, экономика, социальная сфера, и как будто бы про искусство, про кино немножко забывается. Так ли это? Нет ли какой-то обиды в этом смысле? Вы знаете, я думаю, что именно сегодня политика и искусство, в том числе и кино, очень-очень тесно взаимосвязаны. И они объединены снова этим одним словом – ожиданием. Потому что именно в этом году был принят долгожданный закон о кино. Сегодня создан Центр национальной кинематографии. Казахское кино о себе заявило, о своем творческом потенциале. Но говорить о том, что наши фильмы дошли до широкого зрителя, и наши фильмы заставляют по-настоящему задумываться, будоражат умы и сердца неравнодушных людей, этого я сказать не могу. И в этом смысле, я думаю, что вот то ожидание, которое у нас связано и с кино, и с политикой, они не могут развиваться по отдельности. Они должны двигаться в тесной взаимосвязи. И только тогда, когда наше кино будет не только развлекать, а заставлять думать, размышлять, тогда мы сможем добиться то, чего все ждут. Вы посмотрите, проблем очень много. Меня очень сильно обнадеживает очень-очень какой-то мудрый взгляд и понимание Токаевым. Я знаю, что
Токаев будет выбран. Нет, Сергей Жумович, давайте об этом мы сейчас пока не будем говорить. Еще результатов голосования нет. Я в этом уверен. Да, что я хочу сказать? Это ваш выбор. Я думаю, что это доверие, которое делегирует народ, оно связано с очень огромной ответственностью. Потому что, вы знаете, доверие его... к нему нужно относиться очень ответственно. Конечно, конечно. Быть главой государства – это действительно очень ответственное дело. Но вот что я хочу сказать. Наверное, такое завершающее, потому что это прямой эфир, мы не можем много занимать времени. Достаточно много выборов проходило, да, при вас. Вы, наверное, все, в общем-то, во все эти избирательные участки посещали, отдавали свой голос в разные годы. Чем отличаются нынешние выборы или чем они вам запомнились? Вы знаете, они, конечно, более свободные, они менее, так скажем, зарегламентированные, но я их воспринимаю как такое ощущение, что форточку только приоткрыли, и именно вот эта приоткрытая форточка даст нам возможность сделать следующие выборы по-настоящему свободными, демократичными, и чтобы эти выборы отвечали чаяниям, заботам и надеждам нашего народа. Спасибо вам огромное за ваше мнение и за то, что вы нашли время и пришли в этот час к нам сюда. Спасибо вам огромное. Спасибо. Я получил огромное удовольствие одновременно любоваться ночным красивым городом и красивой женщиной. О, конечно, не обойдется без комплимента от этого мужчины.